Анатолий Буренков – профессиональный музыкант, преподаватель, воспитавший целую плеяду учеников и создавший за свой творческий путь уникальные самодеятельные коллективы. Он возглавлял народный хоровой коллектив «Русские узоры» Дома культуры станицы Анапской, ансамбль народных инструментов и народный ансамбль казачьей песни «Зорница» городского театра. За высокое художественное мастерство его творческие коллективы неоднократно награждали грамотами и дипломами лауреатов и победителей конкурсов. Об этом человеке можно сказать так: вся душа его в песне. И это не просто имя, это не просто пласт, это целая эпоха в истории культуры России, Сибири, Анапы и Анапского района. На памятном мероприятии собрались родственники, друзья, коллеги Анатолия Буренкова. Говорили о его творчестве, делились воспоминаниями, исполняли русские народные песни, играли на народных инструментах. За замечательным человеком, талантливым руководителем, внесшим огромный вклад в культурную жизнь города, осталось 45 лет яркой, интересной, творческо-трудовой биографии, достойной уважения и памяти.